тренажерный зал. И не знаю, если разрешат мне снимать внутри или нет, но попробую вам показать тренажерный зал. Снимать, конечно, там оказалось нельзя, но я пошел на такую хитрость. Я, в общем, снял это, можно сказать, как скрытой камерой. И поэтому не удивляйтесь, качество съемки хуже, и, в общем, там она трясется, камера. Ну, в общем, я так прошелся аккуратненько, чтобы никто, можно сказать, не видел. И поснимал все, что было можно и нельзя. Поэтому я прокомментирую, как бы, в комментах сейчас просто голосом то, что там находится внутри. Здесь это рядом с раздевалкой, вот тут можно попить, как вы видите, налить бутылку воды. А здесь вот такие тренажерные, тут, короче, такой уголок, где тренируется с личным тренером. Здесь, вы видели, там баскетбольный зал. И здесь свободные веса и такие гантели. Тут можно, как вы видите, пресс качать и там... шары, короче, ну, разные такие штуки. Это вот секция тренажеров, их тут очень много, на разные-разные группы мышц. Тренажеров очень много. Это вот вход. И здесь бассейн. В бассейне проводят разные уроки для... чаще пожилых, где водная аэробика всякая, или ты можешь просто пойти и плавать. Здесь велотренажеры, причем проводят несколько раз в день уроки с инструктором, очень интенсивные, очень классные, а можешь просто сам прийти. Здесь вот еще раз растяжка, всякая, пресс, с шарами там, с весами можно заниматься, в общем, на матах, очень удобно. И вот это вот свободные веса, еще раз, перед зеркалом. Второй этаж видно. Вот второй этаж тут видно. Люди там занимаются. Здесь еще один зал, где проводят уроки аэробики. Там еще есть груши. Наверное, я так думаю, кто-то может там прийти и грушу побить. Но в основном там уроки аэробики я вижу. И вот это интересно. По-моему, это называется рокетбол. Я никогда не играл, но очень интересно, вот в тренажерных залах больших есть такая штука, очень популярна, особенно для людей старшего возраста, это интересная игра, ну вот я так иногда смотрел, она такая активная, как будто теннис, но в маленькой такой закрытой комнате, ну мячик немножко даже другой, и правила там, ну, соответственно, очень интересные. Ну, в общем, такая вот штука, вот. Людям пользуется интересом. Тут вот на втором этаже, видите, телевизоры из потолка, и все, кто там бегают на беговых дорожках и на велосипедах, вот, смотрят там телевизоры, новости. Вот это лестница на второй этаж. Вот, и вот люди бегают и велосипед крутят. Также там есть тренажеры для гребли, и, в общем, ну, тренажеров их только не захочется, там всякие есть. Вот. Тренажерный зал, конечно, большой. Там есть три станции, где можно попить, бутылки налить, ну, там, туалеты и так далее. Вот, как-то так. Тут баскетбольный зал, вот вы видите, и очень многие тут приходят, играют в баскетбол. В основном... афроамериканцы, как называют. Тренажерный зал вот этот стоит $30 в месяц. И это очень доступно и очень удобно. Даже несмотря на то, что я очень редко в него хожу в последнее время, но вот плачу за это, за то, чтобы состоять там членом, чтобы вот время от времени можно было туда прийти. Там есть еще детская комната, которую я не показал сейчас. В детскую комнату можно ребенка привести, заплатить $5, и он там может быть 2 часа, пока ты тренируешься. Это очень удобно.
Еще я не снял, там есть сауна, большие раздевалки, душевые, ну понятно, туалеты. Очень такой хороший большой тренажерный зал, и их много в разных местах. Есть еще много малых залов. Они попроще, но там есть, которые стоят $10 в месяц. И, ну, там нету, конечно, бассейна, там нету баскетбольного зала, нету там чего-то такого большого, классного. Вообще, конечно, в Америке очень много толстых людей, это правда, потому что очень много плохой еды, а также очень большие порции здесь дают, то есть и хочется это все скушать, все вкусное, и, в общем, с этим, в этом плане тяжело, вот. Но многие люди также ходят и в тренажерный зал и поддерживают форму, и, в общем, очень хорошо вот такие атлетично выглядят. Есть еще такие тренажерные залы, которые называются кросс-фитнес. Я не знаю, если вы с этим встречались или слышали. Если нет, пожалуйста, загуглите, это очень интересная тема. Мне она очень понравилась. Единственное, к сожалению, я со своей спиной не могу этим заниматься, потому что, ну, там свободные веса, они тягают, и, в общем, ну, короче, мне именно с моим диагнозом, то это очень проблемно. Но мне это очень тема интересна. Я смотрел там даже вот скачивал видео, где сейчас они проводят чемпионаты по кроссфитнесу. И этот бизнес за последние 10 лет вырос невероятно. Он очень стал популярным. И много таких тренажерных залов открываются. Там, что интересно, они очень простые. Там нет никаких тренажеров или еще чего-то. Там свободные веса, стоят канаты такие, по которым лазить или еще что-то. Очень классно. Это очень интересная тема. Вот, посмотрите для себя, может, вас кого-то заинтересует, советую. Ну вот, я надеюсь, вам понравился этот поход маленький. Извините еще раз, что за качество внутри съемки, но вот, к сожалению, просто хотел я вам показать, но не мог я это просто там стоять и всех снимать. Вы, я думаю, понимаете сами. Вот, ну, надеюсь, вам понравилось. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Я бы очень хотел услышать какие-то комментарии. Если вам еще что-то хочется увидеть, я с радостью для вас это сниму. И спасибо всем за просмотр. Увидимся.